Андрей, во-первых, с победой. Во-вторых, какие эмоции? Кажется, не так много радости, несмотря на то, что победа. Ну, честно говоря, очень тяжелая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Очень организованная команда. Хорошо готова тактически, технически. И, честно говоря, Мальта удивила. И, ну, пришлось потратить немало сил. Тем не менее, после первого тайма счет 2-0, достаточно комфортный. Что случилось в начале второго тайма? Ну, тяжело что-то сказать. Так, может быть, пошли, хотели играть в свой футбол, но что-то не получилось, и пропустили глупый гол, привезли, можно сказать, сами себе, и из-за этого появились какие-то нервы. Потом игра как-то выровнялась, но, слава богу, что довели до победы. Часто приходилось играть в свой день рождения? Ну, сейчас уже такая традиция, можно сказать, день рождения в сборной. Надеюсь, эта традиция сохранится еще сколько-то лет. Ну, приятно играть в свой день рождения еще за сборную. Удивили результаты в группе других матчей? Еще не знаю. Словения выиграла у Хорватии, Кипр сыграл в ничью со Словакией. Ну, хорваты на выезде, да, по-моему, играли, но это такой результат неожиданный, честно говоря. Значит, следующая игра будет очень серьезная. Словенцы о том и говорит то, что группа очень ровная, и каждый, я думаю, Мальта потрепит еще очень много нервов командам. И группа очень ровная, как уже и раньше говорили.